У брата семья, двое детей, есть две младшие сестры, одна из них вдова, также есть мать. Его вопрос состоит в том, что будет ли он спрошен за своих сестер и мать, или же он пытается тратить на всех поровну, пытается всем угодить, но не всегда это получается, средства не хватает, поэтому будет ли он за всех их спрошен? Вопрос так. Бисмиллях, альхамдулиллях. Человек, он отвечает за свою семью и за свою мать, если отца нету, и сестер. Если у него свою нету, можно заказ взять и расходовать на них. Даже если у него свой расход есть, если у сестер нету, можно закат взять. Если закат уже не дает, тогда там вопрос стоит, кто из них более достоин, достоин расход делать. Каждому, если у него имущество, это не означает, если у меня имущество, я должен все на семью расходовать, сестры и матери не помогают, такого не бывает в исламе. Это твое имущество. Никто не имеет права, твое имущество только имеет право, которое ты отдал. Ты должен кормить свою семью, чтобы они не нуждались ни питье, ни одежды, им давать кровь, чтобы дом, чтобы они могли жить. И также маме помогать, и сестре, это все является общей обязанностью. По возможности, если возможности не хватает, если есть братья, кто может закат давать, для сестер можно закат давать, этот, чтобы они жили достатки. А так, чтобы этот, сказать, кто более жена или сестра, такого нету. И жену должен обеспечивать, и семью должен обеспечивать. А так там предоставить жену больше кормить, чтобы сестру вообще не помогать, такого тоже нету. Он смотрит, он его имущество, это его имущество, не жены имущество, не сестер имущество. Он расходует, кому он хочет, как положено в шариат. Ваджиб он должен отдать жене, ваджиб. А выше этого, жена тоже с ним должна быть по шариату жить, и он тоже... Мать выше не ставится, чем жена? Мать выше всего. Уважение везде. И кормит, и все. Это тоже ваджиб, это тоже ваджиб. Имеется в виду, ваджиб, там, и жене. А так вопрос ставит, кто, кому больше я должен помогать? Мое имущество, кто? Никто не имеет, это имущество твоя. Муж, его имущество, и он расходует, и жене, он расходует, и сестре, и даже может он соседке тоже отдать, если там есть два. Там влез, сказать, ты не имеешь права кому-то отдать. Кто такой? Ты сама, будь это сестра или жена, он должен кормить, чтобы ты не голодала. А выше этого муж имеет право, куда хочет свое имущество расходовать. А говорит, ты не имеешь права, ты только должен семью кормить, на сестру не должен смотреть, такого нету.